Всем привет, слава Украине. Ну что, давайте проведем наш субботний стрим, так как суббота и 9 часов в украинской столице. Надеюсь, что со стримом все получится, все еще сейчас раскочегарится, и вы меня и увидите, и услышите. Давайте выясним, есть ли, соответственно, звук, видео и все остальное. Потому что все показывают по приборам идеально, но по каким-то причинам почему-то притормаживает. Даже обидно. Давайте вот выясним, на связи ли мы и все ли работает. Очень странно. В любом случае, я вот вижу, что у нас тут и Луцк, и Львів, і багато-багато інших міст, і Донецьк, всі на зв'язку. Я, між прочим, сьогодні провожу наш стрім не із какого-то обычного міста, а із музея українського хімічного і бактеріологічного оружия. Да-да-да, не знаю, наскільки це буде видно, но за моей спиной вы можете увидеть сейчас не просто что-то, а вот этого... Где же это он? Вот тут, вот. Да, это украинский боевой гусь. Именно вот эти гуси, они используются для того, чтобы наносить различные удары по российской территории. Мы, соответственно, их заражаем правильными ядами, проклятиями и отправляем бомбить российские города. И тенденция в этом плане, она понемножечку налаживается в сторону того, что мы больше атакуем их все больше и больше. Если вспомнить год назад или уже чуть-чуть больше, когда россияне начинали вот этот вот террор против нашей энергосистемы, то тогда как-то так получалось, что это все было в одни ворота. Они пуляли по нам. А мы, соответственно, были вынуждены искать генераторы и так далее. Так вот, сейчас ситуация меняется. Они продолжают палить по украинским городам. Но мы тоже заднюю не пасем. И мне кажется, это важное уточнение. Поэтому начинаем наш прекрасный стрим без Трезуба. Ну, начинать стрим не имеет никакого смысла. Все будет Украина в рамках международно признанных границ. Все как обычно. Придется немножечко постараться для этого, естественно. Но сегодня не просто день, сегодня вообще годовщина. Первая годовщина освобождения нашего прекрасного украинского города, города Херсона. И тогда, значит, эти ребята, которые захватили его, рассказывали о том, что они пришли навсегда. И тоже операция по освобождению Херсона, она длилась не один день, и не одну неделю, и не один месяц. И по ним стреляли, стреляли, стреляли. И в конечном итоге они дрогнули и ушли. И я исхожу из того, что будет также, соответственно, и на других линиях фронта. Давайте-ка вспомним, как все начиналось-то в Херсоне после прихода украинской армии. Сейчас, секундочку. Это же просто шедевр. Спасибо вам!
Были времена, когда многим не верилось, что это в принципе возможно. А оказывается, возможно. И сейчас это уже воспринимается как норма. И будут еще другие населенные пункты, куда они пришли навсегда. А потом они свалят. Я помню, когда был оккупирован Херсон, то постоянно страждал от обстрелов наш украинский Николаев. Сейчас, так как фронт переместился, конечно, все бомбы летят в Херсон, но Николаев живет относительно спокойной жизнью. Понятно, туда и ракеты прилетают, и дроны, но нет вот этого террора артиллерии. Все подобное теперь летит в Херсон, который они так ярко любили называть «это наше», «это мы это основали», «мы это все сделали», «без нас тут ничего не было» и так далее. Здорово же. Что-то я не могу понять, если честно, такое впечатление, что немножко подтупливает компьютер у меня. Хотя мог бы и не подтупливать тоже мне. У нас тут Испания витая и Черневцы. Кстати, если уже говорить о каких-то юбилейных датах, то сегодня еще День независимости Польши. И мы наших соседей тоже поздравляем. Пожелаем им успехов во всех начинаниях. По-моему, это здорово. Здорово, что у нас есть соседи, которые приходят нам на помощь в самый сложный момент. А трения между государствами, они были и всегда будут, но будут они урегулированы. В частности, в вопросах вступления Украины в Европейский Союз фактически дан зеленый свет о начале переговоров. Напомню, что там вообще-то есть три этапа. Это что у нас? Соглашение об ассоциации – это предэтап. Первый этап – это кандидатский статус. Далее начало переговоров о вступлении и далее вступление. Все. То есть мы, как это ни странно, на финальной позиции. Может быть, нет возможности насладиться этим фактом сейчас во время войны, но получается масса государств Европейского Союза абсолютно убеждены, что Украина была, есть и будет. Там есть венгерские засранцы, которые немножечко немножечко поют в Европе российскую вот эту вот грустную песню. Но не первый раз. Давайте-ка отметим, что вот если мы говорим о Викторе Орбане, то у него позиция вообще ничем не отличается от позиции Владимира Путина. Значит, с самого первого дня полномасштабного вторжения, что мы видим? Значит, они заняли такую очень отдельную позицию в части военной помощи, то есть они ее не поставляли. Всегда они рассказывали о том, что Путина нужно понять, простить и отпустить. Сейчас нам говорят венгры о том, что мы должны обязательно отдать им оккупированные территории. А это они говорили даже тогда, когда был Херсон оккупирован. Сейчас мы слышим, что Украина не достойна того, чтобы начинать переговоры о вступлении в Европейский Союз. То есть он является, Виктор Орбаном, стопроцентным ртом Владимира Путина в Европейском Союзе. И это, конечно, выглядит отвратительно, но из хорошего так всегда не будет. Наступит момент, когда эта ситуация начнет меняться. Может быть, там власть поменяется. Не может быть, а так оно и произойдет. И если сейчас вот мы видим такое, такие риски, что так называемые евроскептики возьмут власть в Европейском Союзе, разговоры на эту тему вообще будут вестись всегда. Разные разговоры. В том числе такие разговоры, помогать Украине или нет. Сейчас их так много, да? Вот у нас в качестве темы сегодняшнего стрима заявлено, будут нам помогать или не будут. Устанут они или не устанут. Есть деньги или нет. Получается, что если так вот разложить эту ситуацию, то бабло на войну есть у кого? У КНДР, у России, у Ирана
и еще у кого-то, оно, и еще у Ким Чен Ына. То есть у тех режимов, которым, наплевать на жизнь своего солдата, от слова вообще, они презирают жизнь как явление в принципе, и, соответственно, им не надо как-то принимать во внимание желание граждан этих стран жить. Наоборот, их в любой момент можно просто грохнуть, наказать, что-то с ними сделать и так далее. Прикольно же. Тут на BBC вышел такой текст интересный. Они общаются с российскими военнослужащими, которые сейчас находятся на левом берегу, там, где находится уже украинская армия. И солдатики такими словами начинают оперировать, что это все бред, ненависти столько вокруг, все ненавидят друг друга, а ради чего? Я даже задать вопрос тут никому не могу, я контракт с дуру подписал, деньги были нужны, развели меня, сказали, разбогатеешь, заработаешь, на самую передовую не поедешь, будешь на складе работать, и через месяц я уже был в Херсонской области, говорит российский оккупант. И самое вот это вот прикольное, за все деньги, которые потратили на войну, можно было сделать всех счастливыми, говорит российский солдат. Как это коррелируется с необходимостью создания Министерства счастья в Российской Федерации. Построить можно нормальное государство, образованное общество, из страны сделать конфетку. А теперь вот непонятно, зачем всю нашу страну... и теперь ему понятно, зачем в страну привнесли нищету. Потому что так как денег у людей нет... То есть единственный способ — это участие в военной операции, как они там это называют, против Украины, чтобы как-то свести концы с концами. Ну, не то, что они там умнеют, но как-то тренды-ка какие. Так вот, умнеют они, не умнеют. Я вообще не уверен, что этот вопрос нужно ставить в такой плоскости, потому что это не важно. А российский оккупант, он оккупант обыкновенный. Что бы ни происходило, ну, мы-то прекрасно знаем, что с ними надо делать. Так вот, на этом фоне вот постоянные вот эти вот беседы. Да, будут деньги на войну или не будут на войну? Так вот, заметьте, пока в Соединенных Штатах там у них то шатдаун, то не шатдаун, республиканцы, демократы, Трамп. Ну да, вот эти сообщения, они не вселяют уверенность о том, что США из выделенных средств на помощь Украине потратили 96%. То есть миллиард миллиардов. И ты так думаешь, страшно, а что будет дальше? Ну, во-первых, это касается всего американского бюджета, а не только той части, которая предусмотрена Украине. И в одном из интервью Кулеба же действительно прикольно сказал, что если Запад не может выиграть эту войну, то какую он может выиграть войну другую? То есть я еще раз хочу сказать, что как работают российские пропагандисты. И здесь подход, он всегда одинаков. То есть их задача убедить в первую очередь россиян, во вторую очередь нас, в третью очередь Запад в том, что Украина не в состоянии выиграть войну. Да? Ну, посмотришь на год освобождения Херсона, разные мнения по этому поводу есть. Значит, второй пункт, что власть Украины коррумпирована и неэффективна. Тут можно сколько угодно говорить о том, что так оно и есть, не так оно и есть, другой власти нет. И я убежден, что избранная народом Украины власть намного лучше оккупационной. И главное ее преимущество, что на следующих выборах власть может измениться. И так будет всегда происходить. Может измениться, может не измениться. На оккупированных территориях везде будет темнота. Далее нам рассказывают о том, что союзники устали. Да? Вот еще чуть-чуть, и они бросят Украину. И помогать начали Украине все меньше и меньше. Ну так вот посмотришь на это. А потом так... И в украинском обществе тоже 2 года практически есть внутреннее напряжение, усталость, моральное истощение, я не знаю, желание, чтобы все это закончилось. Это все понятно. Но
Это не значит, что надо остановиться, сдаться. Все равно придется бежать, ну, в нашем случае воевать. И заявление о том, что прекратят помогать Украине, они бездарные, они нулевые, у них нет никакого смысла. Из последнего, значит, Германия увеличивает вдвое военную поддержку Украины. Я так понимаю, по количеству сообщений, как по полярда военной помощи нам выделяют разные государства, Нидерланды, Канада, как раз это будет период для того, чтобы дождаться того момента, когда в Штатах все утрясется. Так оно и будет. Так вот, что интересно, значит, россияне там начали праздновать победу, да? И российская победа над Украиной, она происходит в какой-то такой очень интересный момент. Ну, во-первых, как выяснилось, Украина продолжает наступление. А самая главная проблема при этом, что мы очень далеко от Киева, говорят российские нацисты. И в этом вот чувствуют вот этот вот, знаете, ощущение, запах скорой победы еще немного и падет. И Берлин, и Париж. Раньше-то никто не говорил, что-то Петр Павел, этот чех, он все время там только говорил, поставить оружие, давайте больше. А теперь, ну, знаете, что-то как-то это не очень. Сейчас вы все сволочи будете так говорить, все начнете говорить, от мала до велика. Лишь вопрос только времени. Начнете говорить, никуда вы не денетесь. Не первый раз. Какой же он отвратительный. Это тот человек, который первый в Госдуме России объявил о своем желании изнасиловать черепаху в датском зоопарке. Ну, они самые классные понимают только одно. Вот когда мы там в Берлине стояли, они все понимали. И когда в 814 году под Парижем стояли, они тоже все понимали. А сейчас они пока не понимают, потому что мы далековато от Киева. Ну что, мы будем? Будем. И тогда вы начнете говорить. А это, как говорится, Украина, вперед! Давайте дальше. Они же ведь действительно продолжают наступление. Как мне это нравится. Украина продолжает наступление. Они там что-то говорят о граблях еще. Подождите. Херсон освобожден. Мы на левом берегу. Ну все, если даже весь Североатлантический союз будет помогать НАТО Украине, все равно она проиграет. А почему они так говорят? Прокладываются. Потому что Украина уже проиграла, это понятно. Это вопрос времени. А дальше что? А дальше они, а мы были против. Как это понимать? Украина проиграла, это вопрос времени. Так Украина проиграла или это вопрос времени? Тут даже депутаты Госдумы от одной партии, Единая Россия, начинают спорить друг с другом, потому что не могут как-то договориться, на каком они этапе. Значит, российские солдаты, и вот опять наступил момент, когда с российского фронта пошел вал видеосообщений о том, что все как-то очень сильно отличаются от того, что показывают в Скобеевой. Значит, депутат-любитель черепах уже войну выиграл, а недограф говорит, что это все надолго, ну, практически навсегда. Поэтому я считаю, что нам не надо заниматься вот шапкозакидательством. У нас впереди еще долгая специальная военная операция. Она будет еще идти не год и не два, потому что задача слишком серьезная, а озлобление слишком высоко. Но говорить, что сейчас вот быстренько-быстренько все это закончится, мне кажется, вводить зрителей в какую-то иллюзию. Нет, друзья мои, ничего не закончится. Не закончится, оно только начинается, к сожалению. И то, что люди гибнут, это ужасно, это трагедия. Но России нет другого выхода, кроме как довести это до конца. Так. Осталось выяснить, где этот конец, когда эти товарищи говорят о том, что их специальная операция будет доведена обязательно до конца. Через год или через два, потому что все только начинается. Не знаю.
выглядит это как-то неубедительно. То есть видно, что им спустили разнарядку качать победу. Рассказывать о том, что все хорошо, что Украина очень сильно хочет переговоров и так далее. Но, ребята, мне больше всего нравится, когда эта победа, она сопряжена вот с такими сообщениями. Да, вот они побеждают, но почему-то Кёнигсберг, они его еще называют Калининград, находится в жуткой опасности. Почему он в опасности? Если он в опасности, то это разве к победе? В этих условиях враг начинает изыскивать новые способы ведения войны. И основным направлением, судя по характеру действий, является расширение зоны конфликтности и усиление ожесточенности противостояния. Один из таких направлений является Балтийское море. Вот это так называемая авария на этом самом газопроводе, где какой-то там, видите ли, якорь что-то там задел. Да, вроде бы вот эти вот по сотому разу показанные кадры, как кто-то в России нажимает на спусковой крючок, запускает ракеты, снаряды и так далее. И с большой вероятностью после таких действий кто-то на линии фронта может погибнуть. Но вообще-то 2 года назад, кажется, судоходству Российской Федерации ничего не угрожало там, в Балтийском море. А теперь в опасности даже Санкт-Петербург. Что там с подлетным временем, расскажите нам. Сильно оно сократилось. Это как раз основание для того, чтобы обеспечить перекрытие доступа нашему флоту в остальную часть акватории Балтийского моря. Учитывая, что у нас нет наземного сообщения, а пропускная способность воздушного сообщения невелика, то фактически единственный путь – это морской. И в этих условиях это приведет к блокаде Калининградской области. О чем накануне было заявлено официально и довольно публично. Согласно нацистского генерала, Санкт-Петербург в опасности, Калининград в опасности. Какая-то странная победа. Ну, согласитесь. Тут давайте-ка еще раз зафиксируем один момент. Ну, понятно, натонная пропаганда, она нашу власть всячески дискредитирует, рассказывает, что у нас тут заговоры, там, Залужный против Зеленского и наоборот. Говорят опять, что у нас тут сильно ущемляют русскоязычных. Масса всяких ужасов вещается по этому поводу. А своего, соответственно, царя, или, если правильно, не до царя, они всячески восхваляют. Говорят, что он велик, что он классен, что он очень и очень смелый. И знаете, до чего они там договорились? Теперь смелость Путина измеряется в том, что он не побоялся и прилетел, знаете куда? Ну да, на линию фронта. Путин лично победил, да, штаб Южного военного округа, несмотря на то, что он был обесчещен солдатами террористической организации «Вагнер», он приехал, да, Путин приехал в Ростов-на-Дону. Путин герой, а Путин не испугался Зеленского, не испугался украинской армии. Событие. Первое – это посещение верховным главнокомандующим вооруженными силами России Владимиром Путиным штаба нашей группировки, которая занимается, собственно, всеми вопросами оперативного планирования, управления, снабжения и боевыми действиями в зоне специальной военной операции. Почему знаковое? Потому что мы… Смотрите, трое самых главных российских военных преступников. Какие они смелые, а? До Ростова не испугались доехать. В бункере сидят в Ростове-на-Дону. Потому что мало ли что. Ведь украинские ракеты могут прилететь в любое место. И в Ростов уже прилетало. Мы на этой неделе уничтожили ракетоноситель «Аскольд». Это же вдуматься только, они празднуют победу, а мы только на этой неделе 2 десантных катера малых «Серна» утопили непосредственно у причальной доски и сожгли на ракетный
катер «Аскольд» должен был, по идее, запускать по 8 калибров по Украине этой зимой. Специально для него вот целый комплект выработали этих ракет. А Путин смелый. Путин в Ростове. Мы понимаем, что подобного рода поездки теоретически сопряжены с известными рисками, поскольку для Украины нет абсолютно никаких табу. И очевидно, что сразу после того, как завершив визит в Казахстан, который был успешен для нас и для наших казахстанских коллег, Путин вот совершил ночной прилет в Ростов. Тот, кто смотрел внимательно выражение лица Абзалова, он от этой смелости почему-то ухмыльнулся. На Дону ознакомился с планами, замыслами, ходом специальной военной операции. Это важно держать руку на пульсе. Есть масса проблем, которые так или иначе замыкаются на первое лицо государства. И если в ходе такого вот оперативного совещания, работы на местах, удается расшивать узкие места, они, безусловно, есть, это все идет в копилку нашей, безусловно, победы. Вот такая у них победа. Калининград, Санкт-Петербург в опасности. Путин в Ростове демонстрирует чудеса мужества. Значит, и самое главное, мы далековато от Киева. Странно. Все это базируется, значит, на чем? Во-первых, ситуация на земле, она понятна. То есть бои продолжаются, все жестко, кроваво и страшно. Но они не могут нас двинуть. Это уже хорошо. Давайте будем это размышлять, развивать позитивное мышление. А есть еще один аспект, когда там в российских студиях четко и прямо признают, что все зависит исключительно от позиции Соединенных Штатов. Так и говорят. Вот, где же этот синхрончик? Потерялся. Может быть, я его сюда не загрузил, но там... Полковник Ходоренок говорит о том, что Байден экономит на Украине и мало нам поставляет оружие и боеприпасов. Мы с ним согласны. Но вот эта вот фраза, что все зависит от заокеанского большого брата, успех Украины зависит исключительно от позиции Соединенных Штатов, говорит Ходоренок. Но как же это так? Как это можно вообще принять? То есть мы с какой стороной имеем дело, если они настолько зависимы? Вот оно. Да вся вот реализация ведь ваших планов зависит ведь только одного. Даст вам большой брат вооружение, военную технику или не даст? И только от этого будет зависеть успех ваших действий. А что касается большого брата, то ведь он, по большому счету, ну скажем образно, в огонь украинского вооруженного сопротивления подкладывает по полену, да и то раз в месяц, да и то полено-то, скажем так, не самое толстое. При таких поставках вооружения военной техники, вот шансов на военный успех, я бы сказал, не то чтобы очень немного, их практически нет. Поэтому украинскому военно-политическому руководству не военные решения проблемы надо искать, оно бесперспективное. Выход только в политическом решении, на мой взгляд. Что имеется в виду? Искать компромисс, искать политическое решение. Ну, Ходоренок очень четко сформулировал. Мир в обмен на территории. Ну, во-первых, это невозможно, в принципе. Они не предусматривают в своем концепте российском мир в обмен на территории. На Западе, там, кстати, размышления на эту тему ведутся, и там будет 100-150 видов различных мнений. И вот бывший генсек НАТО Андерс фон Расмуссен говорит, что давайте мы примем Украину в НАТО вот прямо сейчас и сделаем единственное исключение и оговорку в том плане, что гарантии безопасности Альянса не будут распространяться на оккупированные территории, а на все остальное будут распространяться, ну там, где украинский флаг, в полном объеме. То есть разговоры на эту тему ведутся. А вот теперь давайте так поставим вопрос. А если американцы переизберутся и, ну я не знаю, скажут, а давайте-ка мы наоборот, уберем все табу Джозефа Байдена и поставим Украине все.
тем более там и самолеты будут. Вы читали эту новость. Сначала было заявлено, что в Румынию перегнали из Нидерландов 5 F-16 для того, чтобы там учиться на них летать украинским пилотам. Потом прошло несколько дней, уже информация о том, что их будет 18. Как-то все быстро меняется. И, конечно, это недостаточная помощь, и всегда можно больше, это слова Ллойда Остина. А если вот так вот произойдет, что в один прекрасный момент в Штатах подумают и скажут, а давайте посмотрим, как Путина вытягивают за ноги из Кремля. Разъяренные там мобики, чмобики и так далее. Может же быть и так. И я думаю, что Тарас Григорьевич, он был прав, когда говорил о том, что боритесь, то поборете. Вам Бог помогает. Но в нашем случае не только Бог. Все базируется в любом случае на украинской армии. Но помощников у нас достаточно, достаточно много. Так что, знаете, вот что интересно, такая тенденция. Я вот с кем не общаюсь, с людьми, которые с линии фронта, с военными, конечно, там все очень сильно упрощается, но вот эта сум и грусть по большому-то счету там отсутствует. Вот эти разговоры на тему «Мы устали», они ведутся или где-то из-за границы, будь то Раша, там тоже постоянно рассказывают, что мы сильно устали, либо где-то глубоко в тылу. И в основном людьми, которые к этому не имеют, к вопросам обороны, вообще никакого вклада не вносят. Или их вклад минимальный. А расклеиваться не надо. В этом вообще нет никакого смысла. Тем более, когда я говорю, что бежать, то есть воевать придется все равно, по той причине, что если мы сдадимся, а переговоры, они таки формулируют в своих студиях, это капитуляция должна быть, то это не значит, что они перестанут пытаться нас здесь всех уничтожить. Вот такой вот мой взгляд на эту неделю, подкрепленный синхронами российских фашистов. Подписывайтесь на мой YouTube-канал и будем отвечать на вопросы. Проведем сегодня наш любимый прекрасный стрим. И первый вопрос от Александра Справедливого, который спрашивает... Прокомментируйте Патрушевский переворот в Москве с некрологом Путина. Ваше мнение, Китай списал Россию со счетов. Такаев вытер ноги о Путина. Казахстан отмежевается от России. Ну, во-первых, позиция Казахстана стоит чуть-чуть четче. Заметьте, в страны Средней Азии начали регулярно приезжать различные европейские чиновники топ-уровня, главы государств. То Шольц приглашал Такаева к себе в гости, то Макрон летал туда. И все они говорят о том, что давайте расширить сотрудничество, у вас есть ресурсы, у нас есть технологии, и вообще торговать лучше, чем воевать. И когда там был Путин, то лица российских этих имперцев, а Путин и команда, они именно такие, было вытянуто от того, когда президент Казахстана начал говорить «О боже, на казахском языке!» Да, он потом свои слова перевел, но это же что? Это же чистая русофобия. В Казахстане говорят на казахском. Кто бы мог подумать? Проявили неуважение к российскому царю. Но почему Казахстан такую позицию занимает? Потому что они же слышат все. В Астане, и в Алмате, и в Актау. Вот эти вот фразы, что это наша земля российская, что мы это должны забрать себе, что это наша, Северный Казахстан наш и так далее. Все это слышат и, соответственно, принимают меры. И когда эти ребята делают то, что они делают в Украине, каждый сосед Российской Федерации и не только сосед примеряют эту ситуацию на себя. И европейцы в том числе. Кстати, поэтому они нам помогают, а не по какой-то другой причине.
Насчет переворота Патрушева, он там публично выступал, и всем показалось, что он прочитал текст, посвященный смерти Путина, что-то там, мол, некролог и так далее. Ребята, во-первых, не смотрите, точнее, смотрите, но если вы хотите разобраться в ситуации, нельзя по синхрону, вырезанному из общего контекста, делать какие-то выводы, понимаете? Нельзя. Это называется... И выдавать желаемое за действительное. Если все будет по плану, возможно, у меня тут будет такая программа с Валерием Соловьем, который регулярно хоронит Путина, и сейчас он уже его похоронил до уровня заморозки в морозильной камере. Вот как раз мы на эту тему побеседуем. Я считаю, что это не что иное, как враки, домыслы и... хайпожорство. Тема «Смерть Путина», она действительно привлекает внимание, и его можно долго хранить. Ну, в смысле, похороны затянулись. Слишком долгие они во времени. И когда речь идет о том, что кто-то умер или кто-то сдох, а в части российского военного руководства это, конечно же, сдох, то когда вам говорят «он помер», тогда я задаюсь вопросом. Чего ж вы думаете, Такаев бы с двойником встречался? А если он помер, то где? Где тело? И все эти заявления на тему смерти Путина, они прекрасны и прикольны в первую очередь тем, что их невозможно проверить. Понимаете? Никто не показал морозильную камеру с телом. Может быть, его размораживают, и потом он продолжает работать? Может быть. Но, еще раз, тема хайповая, но никакого смысла в ней на самом-то деле нет. Так, секс-гигант, задай питание. Мир вашей хате навзаим. Пан Роман, чи може Банкова та Зеленський замовити ліквідацію Арестовича, як це зробило свій час Кучма з Гангадзе чи та Чорномолом? Ну, подождите, що тут такое? Что значит, Арестович в Вене или где там? Скобеева говорит, что он в Вене, в полной безопасности. Я вообще не удивлюсь, если тут такой очень интересный технологический или политтехнологический маневр отрабатывается по линии Арестовича, который очень жестко критикует Зеленского и, как называет себя, оппозиционером. Как-то странно, да, бывший сотрудник ушел в единственном числе в оппозицию. Поэтому тут надо добавить следующее. А зачем кому-то ликвидировать Арестовича? Он что, мешает кому-то? По-моему, нет. Заявлять о том, что ты хочешь принимать участие в выборах в нашей стране законодательно не запрещено. Вообще-то. И в принципе баллотироваться тоже не запрещено. Я от себя всегда добавляю, что нужно все равно это делать на территории Украины, а не за границей. Рассказывать о том, что нам тут надо сдаться или еще что-то надо сделать после иммиграции, ну, выглядит это так себе. Юлія Галенко питає, якщо Путін помре умовно сьогодні вночі, давайте загадаємо бажання, щоб він помер не умовно, а реально саме сьогодні вночі, не завтра, не в понеділок, а саме сьогодні. І Юля питає, чи завершиться війна? Ці ідіоти продовжують війну? Все залежить від того, хто прийде на зміну? Так, тому що вони... Значить, можуть розвернути цей корабель за секунду. Скажуть, що Путін маніяк, що він нас змушував, що нам час провести 20-й з'їзд КПРС. Був такий після смерті Сталіна, причому не одразу, там спочатку Берію мочканули, багато що там відбувалось. І на якийсь час
Сталіна поклали в мавзолей поряд з Путіним. Не на, а поряд, не плутати, тому що це дуже важлива різниця. А потім витягнули і затовкли його в Кремлівську стіну. Ось так воно було. І зараз я переконаний наступному, що будь-які зміни влади в Російській Федерації дають можливості до зміни цієї політики. Тому що з точки зору якби, здорового глузду, ну, де Росія, де здоровий глузд, а при Путіні здорового глузду немає давно, дуже давно. І при наступних товаришах все можливо. Але ж критерії які? Це дії Збройних сил України. І ми в даному випадку зупинятися не маємо наміру. Так, Катерина Скрипченко питає про НАТО. Чи приймуть Україну в НАТО в наступному році? Чи зроблять якісь історичні рішення? Поки виглядає це дуже сильно абстрактно, все буде залежати від того, в якому стані буде війна. Якщо війна буде продовжуватись так само, як зараз, тобто не буде заморожений конфлікт, я не бачу жодних підстав думати про те, що Україна може вступити в альянс на цьому етапі. Те, що пропонує Андерс Фок Расмусен, мовляв, ми беремо в НАТО ту частину України, яка під українським прапором, така опція можлива. Але критерій основний – це все ж таки замороження конфлікту або припинення його. І саме головне, ну, звичайно, це ж кордони. Так, Валерій Антонюк. Самолети НАТО вже работают парашки. Несколько крайних ударов ракетами возможно только с их самолетов. Что скажете? Не думаю. Если бы они, самолеты НАТО, работали парашки, то об этом бы уже знали все. А работают наши самолеты с натовскими ракетами. Вот это намного реальнее и вероятнее. Значит, когда Альянс проводил свои операции, там, типа «Бури в пустыне» или «В Ливии», они концентрировали под 2000 бортов разных модификаций. Там не только истребители, которые наносили удары в воздух-земля. Соответствующая техника для обслуживания, там, летающие радары, самолеты ДРО, дальнего радиолокационного обнаружения, ну, то есть АВАКС и так далее. Поэтому не стоит выдавать желаемое за действительное, если честно. С другой стороны, наступит вот этот вот момент, когда самолеты Збройних сил Украины и самолеты НАТО, это будут одни и те же машины, западные, с западным вооружением. Почему? Потому что Украина — это Запад. Так, Любовь Гусинская спрашивает, а чего нам чекать от наших американских партнеров? Я переконаний продовження підтримки на всіх на рівнях. Це моє 100% бачення. Навіть якщо зараз якісь будуть затримки в цього приводу, то, відповідно, цей тягар фінансовий і збройний буде брати на себе Європа, а потім все стане на свої місця. Ще раз, от нас питання, да? Хватить ли міру денег, щоб вижити? Так заявлено в темі стріма. Проблема в баблі чи в голові? Так немає проблем з баблом. Зі зброєю немає проблем. Тобто по окремим позиціям зрозуміло, що є проблеми, там збільшується виробництво там, в рази і так далі. Але ж по більшості позицій питання політичного рішення, не військово-технічного, тобто спочатку політичне рішення, потім військові пропонують відповідно військово-політичні рішення. От новинка така, да? Чи підтримує Конгрес виділення грошей Україні. Да? Наприклад, виділення грошей тільки Ізраїлю, вони вже заблокували в Верхній Палаті. І мова йде про те, що там на Україну Байден просить 60 мільярдів. І, здавалось би, да, це колосальна сума. Але, наприклад,
Значит, с цієї суми 60 мільярдів для України, 3 мільярди спрямовано на снаряди 155-го калібра. А в першу чергу мова йде про розширення виробництва, де вони будуть розширювати виробництво по цим снарядам? В Сполучених Штатах. Теперь внимание, вопрос. А кому это надо? Увеличить мощности на территории Соединенных Штатов. Украине надо? Надо. Но это еще нужно самим американцам. Это их интерес. Там, кстати, заводов, они планируют построить несколько заводов. Вирджиния, Калифорния, Теннесси и Техас. Ничего себе. Тогда вопрос, это инвестиции куда? В Украину или в Соединенные Штаты? Я думаю, одно не исключает другого. Вот, собственно, и все. И это меня убеждает в том, что все эти финансовые решения будут приняты. Так, Сергей Прокопенко пишет: слава Украине, та шалом. Ну вот про Расмуса, как раз мы с главу НАТО уже говорили. И вот Виталий Лапин пишет: слова Расмуса про вступ Украины до НАТО без оккупованных территорий. Это початок сепаратных перемовин, чи це просто відвлікання уваги РФ, и такі розмови не потрібно звертати уваги. Треба звертати увагу на все, насправді то, абсолютно на все. Це не більше, ніж одна окрема думка, яка полягає в наступному, що давайте візьмемо Україну в НАТО. Такі випадки можливі. Ну, мова йде про що? Що це дозволить Альянсу брати участь в операціях по захисту території України як члена. Мож про це йде. Це не значить, що американці чи німці будуть штурмувати Донецьк. Ні. Але, можливо, було б непогано, щоб в рамках союзництва в Альянсі, наприклад, західні системи протиповітряної оборони були розгорнуті у Львові. Правда, круто? Круто. Тому ця ідея, вона дуже така сира, і вона, між іншим, не вперше висловлюється. Перший про це говорив Кіссінджер ще рік назад. Нічого з тих пір не змінилось. Мені взагалі подобається розмова на тему, що вступ України в НАТО можливий. Це ж круто. Так, дякую за донат Олександру. І дякую за донат Сергію Нікіфорову. Так, Олександр справедливий. Як ви думаєте, наскільки вероятно увеличення протестів в Росії, ну, орків, проти участі в війні в Україні і арчих? Это надо вопрос прочитать полностью еще раз. Значит, насколько вероятно увеличение протестов арчих на болотах против участия в войне в Украине их тупых орков? Или белые лады и дубинки Путлера не позволяют? Во-первых, хочу вам сказать, что это большое заблуждение, что предполагает смерть российского солдата, выдачу его семьи лады белой. Это же на первом этапе войны такие были размышления. А теперь как-то об этом и не принято говорить. Это мы так схватились за эту тему, что каждая вдове ладу. Ничего подобного. Такой опции нет. Вот так вот. По поводу протестов, видите, оно на сегодняшний день такое все забитое. Отдельные, конечно, там, товарищи орки женского рода какие-то тезисы начинают вбрасывать, но этого мало. Понимаете, на основании этого делать какие-то выводы слишком рано. То, что есть недовольство войной, это понятно. И поэтому, кстати, на выборах Путин и будет стараться, ну, выборы в кавычках, конечно, как-то дистанцироваться от войны.
мол, где-то там какая-то война, а мы, конечно же, побеждаем, мы об этом говорили в первой части стрима. Вот еще немного, и да, захватим Киев. Мы, правда, с каждым днем все дальше и дальше от Киева, но когда-то же мы обязательно его захватим. И что может эти протестные движения как-то активизировать? Ну, во-первых, надо, чтобы наконец-то Рамзан Ахматович Кадыров показал русским их место. Он старается, я вот все думаю на эту тему видео записать, запишу. Он уже требует увольнения чиновников, которые в семьях говорят на русском языке. Да. А некоторые российские солдаты уже объявили, что будут учить чеченский, этнические русские. Это вроде бы как шутка была, но знание языков помогает выжить, это понятно. А изучение чеченского языка в России, я думаю, что на каком-то этапе будет обязательным. Значит, чем быстрее они займутся собой, тем проще будет нам. Что может стать триггером? Значит, поражение на линии фронта, какой-то успех Украины на войне. И, ну, далее, понятно, какие-то экономические потрясения в самой России. Когда это произойдет, вот, слушайте, мы так все устали от войны. Уже скоро 10 лет все это происходит. Но, может быть, с исторической точки зрения мы развиваемся семимильными шагами. Я там знаю, вот когда мы там говорили о том, что деньги будут и поддержка будет, самая главная проблема, она на самом-то деле у нас внутри системы, которая называется государственное управление, когда у нас не используются ресурсы те, которые у нас есть, когда министерство по стратегической промышленности и заместители тупо блокируют работу различных предприятий из топ-линейки. Все настолько забюрократизировано, что документы могут ходить туда-сюда просто там, месяцами по ключевым программам вооружения. Да, 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 и никто ни хера не делает. Это отдельная тема, не знаю, как ее подать, потому что это будет такая зарада. Но, наверное, надо что-то делать, надо об этом говорить. Представляете, вот есть программа, не буду говорить какая, потому что потом мне скажут, что я военную тайну выболтал. Значит, в бюджете на нее предусмотрено 100 миллионов гривен. Сумма немалая, ну небольшая, ну немалая, согласитесь. Важная программа, вот реально. Как вы думаете, какой уровень ее реализации? Ноль. У нас сейчас какой месяц? 11-й. Это всем вот людям, которые любят упрощать ситуацию. Нам не нужна Брукивка, нам нужны ракеты, танки и дроны. Так вот, еще раз. Кто вам сказал, что если в вашем городе не будут что-то делать по инфраструктурным объектам, что это приведет к увеличению производства оружия? Вот кто вам сказал? Особенно речь идет о государственных предприятиях. Речь не идет о частном бизнесе. Все, что касается частных компаний, которые делают, например, дроны, это FPV-дроны там, и всякие разные другие, крылья, Баба-Яги и так далее. Там, где частный бизнес, все работает вообще идеально. Там, где государство, нифига не делается. Или делается с таким скрипом и таким трудом. Значит, государство наше эффективно работало на ровно 50 дней после вторжения. Работало все как часы, когда постановления правительства менялись в течение нескольких часов для того, чтобы двигать вопросы обороны. Сейчас недели, месяцы, все ждут заседания Кабмина, будет оно, кто-то какие-то документы куда-то не подал по той причине, что не было правильно расставлено количество отступов в этом документе. А вопрос о производстве вооружений, представляете, как оно бывает? Что с этим делать? И есть фамилии у этих людей.
Да. За заместителя, например, министра стратегической промышленности некоторых, ну, они или вредительством занимаются, или они агенты, или они боятся НАБУ. Да, у нас теперь новый этап в украинском обществе, когда, значит, запрос общества такой на борьбу с коррупцией, что у массы талантливых людей нет желания идти работать в госслужбу, на госпредприятия, потому что потом могут посадить. Причем иногда это не значит, что человек что-то украл. Нет, это не значит, что он не украл, но легче вот так вот водить, знаете, козу называется. Туда документы отправили. Вот, например, есть там предприятие, вообще первой линейки. Оно, чтобы начать производить такое, что приведет Путина к состоянию «я не выйду из бункера никогда», это предприятие должно согласовать что-то с нашим космическим агентством. Космическое агентство должно это согласовать с Министерством стратегической промышленности, а потом это должно быть согласовано и принято на уровне правительства Украины. Представляете, какой путь? Теперь представьте, если космическое агентство, руководитель или ТВО, поссорился по каким-то причинам своим странным с руководством Министерства стратегической промышленности. И они настолько опизденели, извините за примету, что просто, когда какие-то документы приходят, потому что у них вот личные какие-то вот проблемы, они их просто динамят. Время идет, ничего не делается. И когда ты смотришь, какой рывок, какое развитие сделано частным бизнесом за это время, ты думаешь, может, действительно все это надо разгосударствовать, все приватизировать, и вы будете удивлены, но для государства, для державы Украина в разы дешевле покупать участников, нежели у госпредприятий. И есть у нас там такие вещи, которые меня там просто удивляют. Есть у нас, например, два госзавода, да? Госпредприятия. Одни могут делать то, что необходимо положить внутрь 120-й мины, а другие делают, выпиливают 120-й мины. И они не могут согласовать это. И все, у всех защищенные статьи бюджета. У многих брони есть на своих сотрудников. А мин нет. Ну, там не все так плохо, как я. Там местами нет, местами есть. Но дефицит-то есть на фронте этих боеприпасов. А могли бы сделать так, чтобы его не было. Все возможно. И не надо останавливать производство брукивки в Ривно. Или там укладки. У них там скандал был. Что во время войны перекладывают на брукивку. А мне кажется, первое не связано со вторым. Понимаете? Такая вот история. Володимир Трофимчук пише: пропоную призначити після перемови регулятором Московії Фаріон. Не знаю, я тут про пані Ірину сказав, що, можливо, її треба висікти на 100 метрівці у Львові. Те, що вона кидається на наших військовослужбовців, бо їм начебто не подобається, як між собою вони розмовляють. Багато хто на мене образився, і навіть 14 глядачів, що вперше, по факту, відписалися від мого каналу за це. А чого ви відписуєтесь? Пишете мені гнівні коментарі, що я ось тут щось сказав проти такої славетної людини. Ви що, не розумієте, що такі люди, як Ірина Фаріон, можуть тут нам розповідати про чистоту української нації тільки тому, що є ті, хто боронять Ірину Фаріон і решту України від збройної агресії. Тому що куди приходить російський чобіт, там ніякої мови немає і не буде.
до того моменту, поки туди не повернеться Україна. І стосується це Львова в тому самому обсязі, як і Донецька. Да. Мова була про це. А відправити її в Москву, ну, не знаю. Я взагалі не впевнений, що нам потрібно гауляйтера в Москву відправляти. Хоча, з іншого боку, хто ж там буде підтримувати порядок. Я думаю, що з кланом Рамзана Кадирова ми договоримося. Це не стёб на самом-то деле. Так, по опросам США, если бы выборы были сегодня, победил бы Трамп. Наш бывший министр МИДа Павло Климкин считает, что Трамп еще может всех удивить и начать помогать Украине. Верите ли вы в это? Абсолютно. Я прекрасно понимаю, как это вот медийно подается. Значит, Трамп уже был президентом Соединенными Штатами. Руководил этой страной? Руководил. Украина куда-то делась? Нет. И, напомню, джавелины начали поставлять первые при Трампе. Да, это было сложное решение, на него там все давили и так далее. Да, я слышал тоже от Трампа вот эти вот заявления, что я бы отдал бы часть Украину Путину, и на этом бы закончили войну. Во время избирательных кампаний можно говорить все что угодно. Эти вот простые решения. Проблема в том, что этих простых решений их просто нет, их не существует. Поэтому я думаю, что вот мне даже делали замечание, мои зрители из США говорят, что вот, Рома, ты говоришь, что нет разницы, это Трамп или Байден. Ну, во-первых, я так не говорю, а моя мысль заключается в том, что мы не можем повлиять на выбор американского народа. Вот нравится это кому-то или нет. И если будет смена президента в Соединенных Штатах, нужно причитать, что все пропало, а работать с теми партнерами, которые выбирают народ этих государств. Вот у нас тут недавно произошло, казалось бы, ужас и горе. Да? Роберт Фитца, это, ну, чисто по риторике, как Владимир Соловьев, стал премьер-министром Словакии. Когда баллотировался, рассказывал, никакого оружия в Украине, нет. А теперь раз, говорит, ну мы не против поставок вооружений по коммерческим контрактам. Все очень быстро меняется. Да, и вот они там заблокировали на 40 миллионов евро военную помощь. То есть не покупка, а именно помощь. И там ракеты зенитные к комплексам КУП, если я не ошибаюсь. Ну, советское старье на самом-то деле. Вот пройдет время, они все равно их отдадут. Посмотрите. Ну а если выбирать между патриотами и старыми ракетами КУП, ну я бы выбрал лучше его патриот, НАСАМС, АРИСТИ, ну и другие. Поэтому эта история, она не предполагает то, что называется «все пропало». Вот от слова «вообще». И да, старина Трамп, вот когда мы слушали синхрон Ходоренко о том, что все зависит от военной помощи США, он же прав. И действительно, у Штатов есть опция, они могут очень быстро найти военно-техническое решение. Ну, Джозеф, да, вот он там занимает такую очень осторожную позицию. Не было эскалации и так далее. Мне иногда кажется, что они хотят им непосредственно под выборы в Штатах, чтобы был какой-то вот такой визуально видный успех на линии фронта, чтобы они сказали, вот видите, мы с Путиным поборолись, вот самолеты летят, бомбят. Может такое быть. Поэтому, да, я с Павлом Климкиным в данном случае полностью согласен. Так. Всеволод спрашивает, прокомментируйте ситуацию на границе с Польшей. Вы будете удивлены, я сегодня эту границу пересекал. Я бы не сказал, что там какая-то глобальная очередь на въезд в Украину. Вопрос в чем? Во-первых, там протесты польских перевозчиков, которые связаны с тем, что, короче, этот бизнес у нас регулируется уже по правилам Европейского Союза, что было предусмотрено соглашением об ассоциации.
И Украине нет вообще никакого смысла соглашаться с этим. Нужно вести переговоры, опять же. Вот когда мы будем вести переговоры о вступлении в ЕС, знаете, какой нам все наши соседи, в первую очередь, потому что у нас ряд конкурентных позиций есть, будут выставлять постоянно нам кучу разных требований, чтобы нам должны это сделать, еще что-то. Когда поляки вступали в Европейский Союз, то вся Франция боялась польского сантехника. Очень сильно, что он приедет, этот польский сантехник, и всех там, я не знаю, у всех заберет рабочие места. Но потом переговоры закончились, и оказалось, что польский сантехник — это не так страшно. А может быть, даже лучше, когда у тебя, как и любую вид деятельности, осуществляют настоящие профессионалы. И здесь точно так же. Там же еще, видите, связано, что у них не сформировано правительство в Польше после выборов. Поэтому, конечно, когда у нас морская блокада на море, или частичная блокада, так поступают наши ближайшие союзники, ну, это неприятно, но как это сравнивать эти ситуации, некорректно, и нужно договариваться. Так, Валентин Котов. Роману и модераторам вітання. Рома, будь ласка, передай нам, воїнам 79-ї окремої десантно-штурмової бригади вітання. Я кажуть, вам пофіг, не вірю. Нам не пофіг, а нам приємно. Це точно. Значить, звичайно, вам пофіг, нам приємно. Ви що, не розумієте? Я коли пропонував випарати Ірину Фаріон за її оці докори на адресу українських захисників, чому я досить так емоційно, що мені не притаманно, тому що я взагалі-то дуже рідко на якісь особисті речі переходжу. Чому я про це сказав? Тому що тільки армія зберігає цю державу. Тому нам не пофіг. Від слова взагалі. Я, між іншим, приїхав з Польщі на супертачки. Nissan Navara. Такой этот танк. Нам не пофиг. Не пофиг. И тому 79-й окремій десантно-штурмовій бригаді привіт і поклін. Поклон. У мене розуміння дуже чітке. Я точно можу сказати, що таких людей, як я, росіяни повісять одразу. Я не один буду висіти. І щоб цього не сталося, треба вкладати всі зусилля в безпеку і оборону. А 79-й окремій десантно-штурмовій бригаді, респект. Бережіть себе і вбивайте їх. Все дуже просто. Так, Юра Кирієнко. Як на вашу думку, оці журналісти, позиціонери та інші російські політемігранти, які осіли в Україні, всі працюють на ФСБ? Чи деякі підробляють ще в ЦРУ і Масаді? Ну, талановиті люди мають отримати зарплату, мабуть, скрізь. Їх найбільша, як на мене, або помилка, або робота в якості корисних ідіотів, що вони розповідають, що є якась чудова, прекрасна Росія будущого, яка не хоче воювати. Мовляв, не все так однозначно, що не забувайте, що є Пушкін і Лермонтов, балет в кінці та концов і так далі. Коли вони працюють по цьому пункту, то дійсно складається враження, що вони відпрацьовують російський порядок денний. Зараз що дорікають Ізраїлю? Що вони невибірково наносять удари по Газі. І дійсно вони невибіркові. І дійсно вони несуть тисячі жертв. Бомби не вибирають. Ізраїльські так само не вибирають. Тільки питання в чому? А, хто на кого напав? І зараз
частково ці російські політемігранти, вони розповідають, ну що ж всі мають страждати там в Росії? Це ж Путін. Але це не так. Це не Путін. В українських містах на півдні, на сході, там росіяни. І яка нам різниця, їх мотивація, чому вони там? Так, Шахтер Кривбас. Роман, в Кривом Роге и Днепре люди выходят на пикеты с лозунгами. Вместо брусчатки БПЛА для ВСУ. Что скажешь по этому поводу? Слушайте, друзья мои, я прекрасно понимаю, что местная власть местами, они как это, путают берега. Барабаны в бомбосховищах, они точно не нужны. И дорогие грили точно не нужны. Но все вот упрощать до такого, вот в Днепре и в Кривом Роге, да? Вот я точно знаю, что в Днепре есть несколько заводов, которые должны делать ядреные бомбы. Я задаюсь вопросом. Очередной раз. Кто вам сказал, что проблемы с производством некоторых изделий, они связаны с отсутствием денег? Но кто вам сказал? Понимаете? И вопрос, если кто-то хочет проводить подобные митинги, я бы немножечко лозунги поменял. Оставьте в покое брусчатку, дороги, мосты и другие инфраструктурные объекты. Вопрос надо ставить по-другому. Где ракеты? Где 120-е мины? Понимаете? Мне кажется, это очень важное уточнение. Тут просто по некоторым пунктам, я даже не знаю, как это вообще публично сказать. Но когда месяцами не могут согласовать какую-то позицию, которая ведет к тому, что будет вот такое вот изделие, вот так вот может получиться, что в ближайшее время одно изделие полетит и кого-то убьет на территории России. Если все пройдет так, как надо, естественно, высшее военное руководство скажет, нам надо хулиард этих изделий. А их не будет. Не будет. И не важно, сколько вы будете протестовать против того, чтобы не было брусчатки. В общем, производители брусчатки, если бы у меня была дача, должны были бы мне предложить подъезд за брусчатки бесплатно, как главного лоббиста в этой стране производства всего. И ракеты, и брусчатки. А вот эта опция БПЛА для ВСУ вместо брусчатки, здесь есть манипуляция. Вот у нас было заявлено Министерством промышленности и Укроборонпромом, что у нас украинские дроны «Камикадзе» производятся государством. Но есть один интересный момент, который вот хочется уяснить для всех. Вот смотрите, вот когда Сергей Стерненко на донаты покупает дроны, мы же все видим, как они работают. Там Юра Бутусов, да, Притула. За наши общие деньги, ну наши общие, потому что я тоже, так как и все, этим занимаюсь. А где дроны, вот видео дронов государственного производства? Ну, вот если бы я был бы директором такой фабрики, что бы я сделал? Я бы захотел, чтобы это было отмечено. Ну, к уважению, например, к людям, которые это делают. Правильно? А этого нет. Говорят, что дроны есть, а видео нет. У нас был такой год назад суперсекретный проект дронов от Укроборонпрома, которые должны были полететь к Москве.
В Москве полетели бы дроны, но они не государственного производства, а частный производитель их произвел. Государство купило. Сначала за донаты они полетели, потом начало государство покупать. А тех как не было и нет. И дело не в брукивке, а в менеджерских решениях. Или, точнее, в отсутствии этих решений. Об этом мы немножечко сегодня уже говорили. Дело не в брукивке. Еще раз. Так, вопрос от Александра. Может, всему миру будет надежнее с меньшими жертвами расшатать кремлевский режим изнутри, чтобы Путлера выкинули из бункера? Почему Запад и США бездействуют в этом? Кто его знает, бездействуют или нет? У российского вот этого Мишки, у него такая особенность. Он сначала делает вид, что ничего не происходит, потом раз и сдох. И в истории Москвы как центра империи это происходило неоднократно. Андрей Б. пишет. А як шо лупануть по мавзолею, може ще більше ефективніше, ніж по мосту? Ні, зачем вам мавзолей? В мавзолее нет живых российских солдат. И через мавзолей не поставляют оружие и боеприпасы на линию фронта. А через Крымский мост поставляют. Нет никакого смысла воевать с мертвыми, вообще-то. Говорят, что Ленин жив. Но я в мавзолее был неоднократно, раз 10. Не спрашивайте, что я там делал. Ну, был у меня такой период жизни, когда я любил посмотреть на Ленина. Я не чувствую в нем угрозы. Ни в памятниках. Кстати, памятников что-то у нас стало значительно меньше в Украине. Заметили? Только на оккупированных территориях Ленин остался. Никто не знает, что он там делает. Кстати, как и в России. Поэтому был символический удар по куполу Кремлевского дворца. Достаточно. Дальше надо наносить удары по тем целям, которые несут военный ущерб российским захватчикам. Ну, мое скромное мнение. Так, что думаете о назначении американского советника по инфраструктуре в Киев? После визита министра США по транспорту советник ранее был в посольстве в Афганистане. Слушайте, сколько бы чиновников Соединенные Штаты не отправили в Киев координировать эту работу, столько пусть и будет. Сам факт таких назначений говорит о том, что стратегические цели Соединенных Штатов в украинском вопросе не изменились. Если Путин и Россия, и россияне хотят, чтобы нас не было, то американцы хотят, чтобы мы были. Теперь, внимание, вопрос, чего хотим мы? Мы тоже хотим быть, потому что Украина была, есть и будет. И тогда наши американские друзья нам становятся значительно ближе, чем наши безумные соседи. А вот эти вот должности, они еще раз, они фиксируют просто о вовлеченности штатов в украинскую тему. Они платят, да, еще раз, пусть хоть каждой пушке поставят контролера, морпеха, чернокожего или белокожего, какого угодно. Вот он, мое мнение такое. Катя пытается, что может зупинити Путина? Смерть. И пока он живый, он будет воевать. Это тоже факт. Так. Катерина Скрипченко питає, коли ми маємо виявити проблеми у постачанні боєприпасів від держави до військових? Як виявити винних для покарання? Знаєте, в чому проблема цієї історії, про яку я розповідаю? Що з точки зору українського законодавства, оце от ходіння документів, все чітко, все правильно, ніхто не винен. Тільки немає певних виробів для війни. А так, документи, тобто весь цей паперорух, він відбувається, наче ми живемо, ну, не знаю, до 2014 року. Наче війни нема.
Немає оцих от екстрених рішень, немає рішень по спрощенню всіх процедур. Якщо у нас, ну, по певним видам озброєння, у нас не так багато виробників, то, можливо, тоді ці виробники мають можливість під час війни особисто бути присутніми на засіданні уряду і казати, треба те. Ну, така у нас законна процедура, гроші виділяються там і ці змінами в постановами і зміни до попередніх постанов. Тому погодьтесь, є опції, які коли це треба спростити, щоб рішення ухвалювалось от так. Значить, а деякі, в травні були подані зміни до постанови. Зараз у нас листопад, 5, 12, зараз у нас 11 місяць. Рішення нема. Рішення нема. Ну, про що можна говорити? Це все стосується зброї. Все те, що я розповідаю, стосується виключно зброї. Про інші аспекти я не торкаюсь. І так, має бути, я не знаю, як це поставити питання, але якщо міністр їде в відрядження і не хоче щось підписувати, а просто документально стопорять виробництво, ну тоді треба таких людей карати фізично. І, кстати, таких людей треба пороти сильніше, ніж Ірину Фаріон. Ірину Фаріон можна не пороти, а просто не звертати на неї увагу. Взагалі-то. Це правильніше. А ті, хто блокують виробництво набоїв, вони знаєте, чим блокують? Своєю бездіяльністю. Але у них у всіх чудова українська мова. І тепер увага. Чогось Ірина Фаріон, така захисниця української мови, і я це повністю поважаю, чогось вона не ставить питання, де набої, бо там з українською мовою все гаразд. Да? Документи українською гарно виписані, там, штабна культура на вищому рівні. Місяцями ходять по кабінетам. Але українська мова є. Чи український солдат, який говорить російською? Ну, логіка, мені здається, вона у мене залізна. На цьому пропоную сказати один одному. Стрім відбувся на високому морально-психологічному піднесеному рівні. Ще раз, я сьогодні стрімив з музею української біологічної зброї. Це гусак, так. І його оператор. Такі гусі будуть летіти в Москву, і вона згорить. І бенефік. Не треба було лізти в Україну. Загарбником смерть Україна була, є і буде. Всіх поважаю. Підписуйтесь на канал. До скорих зустрічей.